В Тверской городской думе кадровые перестановки. Председателем постоянного комитета по бюджету и налогам избран Дмитрий Гуменюк. Подробнее в нашем следующем материале. Ранее в Тверской городской думе постоянный комитет по бюджету и налогам с 2017 года возглавлял Андрей Дмитриев, который по собственной инициативе сложил с себя полномочия. Депутаты избрали Дмитрия Гуменюка председателем постоянного комитета по бюджету и налогам на очередном заседании Тверской городской думы. Он был выдвинут фракцией партии «Единая Россия». Для Дмитрия работа в комитете не в новинку. В прошлом созыве он был избран заместителем председателя бюджетного комитета, а теперь возглавил его. Большая ответственность – это вызов, потому что на сегодняшний день весь бюджет 2020 будет это большим вызовом, много перемен намечается. Но я думаю, что мы и как депутаты, и как администрация должны с этим справиться. Наработанный опыт в качестве бизнесмена Дмитрий Гуменюк планирует применить для развития города. Он еще только приступил к своей работе. Однако Дмитрий отметил, что первые шаги им уже намечены. Исторический бюджет носит социальный характер, поэтому этот приоритет останется. Я надеюсь, что мы дальше сможем выстроить отношения и с федеральным бюджетом, и с областным в части тех программ, которые существуют в рамках национальных проектов. Мне бы очень хотелось, чтобы в результате вот тех мероприятий, о которых я проговорил, плюс ту экономию, которую мы там уже достигли, это нам позволит выделить средства для инвестиций и развития города. Одно из важных направлений в работе комитета по бюджету и налогам – это взаимодействие со всеми заинтересованными сообществами. Так комитет будет плотно сотрудничать с представителями бизнеса, администрации города и региональным правительством. Уже сейчас работа с правительством Тверской области по вопросам общественного транспорта позволила сэкономить 250 миллионов городского бюджета. Как отметил Дмитрий Гуменюк, он будет придерживаться политики преемственности и в дальнейшем.